чтобы избирателям было удобно. Выборы губернатора Московской области в этом году будут проходить в течение 3 дней с 8 по 10 сентября. График работы избирательных участков уже привычный с 8 утра и до 8 вечера. Узнать адрес и контакты своего участка по месту регистрации можно на сайте ЦИК Российской Федерации. Кроме того, в Подмосковье будет работать механизм «Мобильный избиратель». Он позволит проголосовать вне зависимости от места регистрации в Подмосковье. Впрочем, отдать свой голос за понравившегося кандидата можно будет из любой точки мира, благодаря дистанционному электронному голосованию. Регистрация на портале госуслуг открылась 24 июля и продлилась до 4 сентября. Готовятся к выборам наблюдатели и представители Общественной палаты Московской области. Они будут следить за легитимностью избирательного процесса на избирательных участках. Их обучение уже прошло. Всего в Московской области вот за текущие 2 месяца было проведено 192 обучающих семинара. И в совокупности обучено 12144 человека. Подготовка к выборам губернатора Московской области вышла на финишную прямую. С 30 августа начали работу участковые избирательные комиссии. Они принимают заявления на голосование по месту нахождения и на дому, а также уточняют списки избирателей. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».